Обзоры в описании. Локации в каждом обзоре. 56-й. Калдыргоч на Малой Кольцевой. Встретили нашего старого друга Буньодака из Иштыхон. Калдыргоч – это их новый проект. Современный двор с топчанами и столиками, а также зимний зал. Выбор национальной кухни огромный. Плов самаркандский зигир, как в Иштыхон. 57-й. Давлатбек зигир Аши на рабочем городке. Смачный обильный зигир Ош. Объелись четвером тремя порциями. Пообщались с сенсей Ака и Александром Узбековым. Прослушали лекцию про узбекские ножи. 58-й. Иштыхон на Кушбеги. Мы здесь не первый раз, так как здешний самаркандский зигир Ош отличается своим характерным и стабильным вкусом. В этот раз были с американским гостем, автором инстаграм-проекта «Плов-шоу». 59. Камыш Хорезм Туамлари на Чапанате. Мой любимый хорезмский плов. Нежный и ласковый. Кафе современное, уютное и чисто. Ох, какие тут помидорки учкунлик. А еще здесь есть настоящая хорезмская лепешка. 60. Иккидост на Махатме Ганди. Чайханский плов в современной домашней вариации. Место уютное, хозяин гостеприимный. Очень атмосферно. Жаль, что до Самсыны не добрались. А ее там аж 7 видов. Обзоры в описании. Локации в каждом обзоре.